Свердловский окружной военный суд приговорил Абдуллаева Мурада Бейдулаховича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Не спеши. Стой. Сюда встали старшие. Все, можно.